OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. І як вас розуміти? Головки, які, ну, можливо, прикрутити к некоторым російським ракетам, в состоянии нанести несколько больший ущерб. И вот все те умопостроения, которые обсуждались в течение последних 2 лет, о том, что возможно нанесение ядерного удара России, невозможно, какие могут быть последствия, значит, какая может быть реакция там, Запада и вообще глобального юга в том числе. Ну вот в данной ситуации я лично абсолютно убежден в том, что реакция будет, ну какая, ну все расстроятся, конечно, немного, но в принципе скажут, ну окей, в общем логично, а чего вы хотели? Ну а чего вы хотели? Боевые действия-то идут не просто на территории России, а Курская область — это вот такая Россия, что даже не знаю, с чем сравнить. Такая коренная, историческая, ядро. Это русское ядро. И вот там сейчас идут бои. А поэтому сценарий, в котором наносится удар по военным объектам ВСУ с применением ядерных зарядов, перестает быть теоретическим, а, или, ну, скажем так, вежливо, перестает быть маловероятным. Я бы, знаете, тут, если копать в историю, то как бы Курск, ну, это... І Україна теж, не то, щоб це прямо ісконно русські землі, але окей, нам чужого не потрібно. Ну, а якщо погрози раптом не спрацьовують, то обов'язково кличте дорослого. Хай господар України, ну ми ж з вами оці падгиньо там піндоса. Так от, хай господар України бере ремінь і хлистає Україну по жопі. Принаймні так сподівалась російська пропаганда. І ще з учора почала розганяти інформацію, що американці шоковані. Захід в ступорі. Всі вимагають поставити Україну в куток на гречку. Але це, друзі, дике російське іпсо. Вийшов Джон Кірбі на брифінг і сказав, що нічого не знаю, нічого не бачив, нас не питали, ми дозвіл не давали, участі не брали. Ну це ж зрештою просто війна, чого вони очікували, Україна захищається. Але головне, ви ж пам'ятаєте, всі наші партнери, наші західні друзі, вони забороняли нам використовувати своє озброєння, бити з України по території Російської Федерації. І ми, якби погодьтесь, джентльменський договір тримаємо. Ми з України не б'ємо. Але ніхто, геть ніхто не сказав, що ми не можемо використовувати це озброєння з Росії по Росії. Негативно оценивают киевскую диверсию в Курской области Guardian со ссылкой на украинских военных. Утверждают, что такие атаки не принесут Киеву стратегической выгоды. Financial Times называет диверсионную тактику нецелесообразной. Сейчас важнее защищать украинские территории. Агентство Reuters при этом считает, что момент для атаки решающий. Киеву нужна яркая победа после летней потери территории на Банковой. Опасаются, что могут просто остаться без денег из США. Нью-Йорк Таймс цитирует военных аналитиков, которые считают, что украинское наступление в Курской области не имеет никакого смысла вообще. И выглядит как грубая трата людей и ресурсов. США намерена запросить разъяснение у Киева относительно событий в Курской области, только что заявили в Белом доме. Также в сообщении указано, что позиция США по части применения американского оружия по территории России не претерпела изменений. OMTV.ua. Про головне. Наши ребята там разят гадину это фашистскую. Правильно. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Подразделение «Ахмат Югоя», которое здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес 2 мапа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где
ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки. Ну, опять же, стратегия ведения боевых действий, они хорошо все просчитали, продумали, как говорится, техника с стралами, значит, все участки они прошли, впереди у каждого танка у них тралы, короче говоря, прошли, все нормально, отработали они грамотно, молодцы. Единственное, что они не учли, это то, что Россию любит Бог. И вряд ли они осознавали, что Бог не даст нашу страну в обиду. То есть на Путина надежды уже нет. Потому что освобождение Курской области он назвал провокацией киевского режима. Да нет, дело не в этом. Дело в совсем в другом. Они перестали верить в своего царя. И это прекрасно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И видите, Абти Аронович Алаудинов, он же не просто так полушепотом говорит в темноте. Чтобы случайно его не обнаружили украинские силы обороны, ну и не наказали. И вот эти вот фразы, да, что бойцы Ахмата, они на своих позициях, они не бежали. Но тогда возникает вопрос. Если они не бежали, то чья же тогда Суджа? А мы уже выяснили, что Суджа наш, и наступление продолжается. Значит, все наблюдатели фиксируют, что, значит, прорыв украинских сил обороны вглубь российской территории составляет минимум 15 километров. Некоторые данные сообщают 25 километров. Говорят о том, что наши дроны летят и жгут не только или не сколько, соответственно, автомобили российских военных информационных преступников. Нет. Жгут всех. Все, кто похож на военных. А российские военкоры, они и есть военные. Они к журнализму не имеют ничего общего. Так вот, мы только что услышали от Абти Ароновича, значит, расклад, да, как грамотно мы действовали, зашли и... Вообще-то в Курской области они там рыли две линии обороны, и две линии обороны прорваны. Так, на секундочку. На третью они решили не строить, а присвоить себе деньги. Ну и правильно сделали. Покупайте своим любовницам шубы и бриллианты, вместо того, чтобы копать окопы. Значит, Абти Аронович действия украинских сил обороны оценил как максимально грамотными. Ну, специалист все-таки. А тут интересны другие оценки. Он говорит, что ничего страшного не произошло. Давайте разберемся, произошло ли что-то страшное или нет. Ну что, дорогие друзья, я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь потихоньку. Мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Как интересно, да? Значит, ничего критического не произошло. Нарашка просто дырявая. Это получается, что можно было бы дойти до Москвы. Возможно, и в планах украинского военного командования это тоже есть. Потому что там по прямой, ну, если без пробок, то 8 часов, и ты уже в кабинете Владимира Путина. Тут мы слышим, значит, резервы с белорусской границы. Это что получается? Александр Григорьевич Лукашенко опять перешел на другую сторону. Он теперь не с Путиным. Он теперь пытается откреститься от этого всемирного зла. Значит, фраза «ничего не произошло». Она же прикольная. Значит, сейчас российские пропагандисты во многом, они как-то бросили свои силы на то, чтобы объяснить, что ну а как по-другому? Почему вы требуете от Путина гарантии безопасности российских территорий? Нет, граница очень длинная. Так и говорят, очень длинная граница, поэтому стопроцентной гарантии нет. Говорят в российском телевидении, а украинская армия продолжает движение в сторону Москвы. Посмотреть на протяженность государственной границы
Российской Федерации с Украиной, это Белгородская область, Брянская, Курская, то это почти 1200 километров. Это очень серьезная протяженность для создания, ну, обеспечения стопроцентной безопасности, учитывая, что требуются достаточно большие усилия. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.